должна помогать, а на деле мешает. Речь о тактильной плитке, которую в конце прошлого года начали устанавливать на улицах Иваново городские власти. Желтые полосы перед пешеходными переходами должны облегчить передвижение незрячим людям. Впрочем, на месте рифленых плиточек пешеходы все чаще встречают лишь их осколки. В мэрии заверяют, что обяжут подрядчика работу переделать. По мониторингу уже результатов работ после зимы в этом году выявляются также ряд недостатков, которые будут устраняться подрядной организацией в качестве гарантийных обязательств. Тактильную плитку положили в центре города, на проспекте Ленина и Шереметьевском, а также в тех местах, где регулярно ходят незрячие. В каждом третьем случае плитка потрескалась или вовсе развалилась. Почти везде сточились выступы, благодаря которым слабовидящие понимают, что приблизились к дороге. Кроме того, встречаются места, где на одной стороне зебры плитку установили, а на другой нет. Впрочем, городские власти планируют и дальше оснащать городские улицы тактильной плиткой. На этот год у нас предусматривается примерно такой же объем финансирования, как и в прошлом. Это порядка 700 тысяч. Работы планируется выполнять по улице Лежневской, а также мы получили информацию, в том числе от общества слепых, с их рекомендациями о том, на каких участках им, с учетом их маршрутов передвижения, этих маломобильных групп граждан, где им нужны подобные узлы, подобные точки. Соответственно, будем работать по их пожеланиям. Уложить плитку на совесть в текущем сезоне в интересах самого подрядчика. Терять деньги на работе над ошибками, понятное дело, не хочется. Пришедшую в негодность, а также новую плитку должны установить в ближайшие месяцы. Те, для кого это делается, рады, что передвигаться по городу становится легче. Ну, безусловно, это дело, конечно же, очень даже хорошее для незрячих людей. Рельефная плитка большое значение имеет. Ну, а насчет того, что некачественно были произведены работы, это действительно факт. Та плитка, которая укладывалась осенью, она вся пришла почти вся в негодность. В обществе слепых надеются, что в скором времени такая плитка будет по всему городу. Единственное, чего не хватает – светофоров со звуковыми сигналами. Установлены такие далеко не везде. Они, в отличие от дорожной плитки, актуальны круглый год. Денег в бюджете на них, правда, не заложено. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.